Факт приостановки работ по реконструкции Матросского бульвара зафиксировали представители управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю. В четверг, 27 декабря, представители ведомства вместе с чиновниками правительства осмотрели территорию и удостоверились, что на бульваре нет ни строительной техники, ни рабочих. После фиксации отсутствия работ, визиты судебных приставов будут продолжаться, они прибудут завтра, послезавтра, постоянно будут приезжать и проверять, чтобы работы не возобновлялись. Хотя они уже завтра или послезавтра должны прекратить производство фактически по делу, потому что работы не ведутся и они приостановлены. Чиновники из правительства комментировать свой визит отказались. Они провели фотофиксацию территории и удалились.